Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений. Евгений, в вашей анкете написано, что от этого конкурса вы ожидаете то, чего судьба пошлет. А чего бы хотелось сегодня попросить у судьбы? Скорее всего, удачи. Что будет ей исполнять сегодня? Григорий Лепс, расскажи. Расскажи мне, что ты знаешь, расскажи, куда взлетаешь, расскажи мне, расскажи, не томи, с кем там виделся, о чем беседы шли, расскажи мне, что ты знаешь, расскажи, куда взлетаешь, расскажи мне, как жить-то будешь, как однажды умер, знаю, не забудешь, расскажи мне, что ты знаешь. Расскажи, куда взлетаешь, расскажи, как жить-то будешь. Теперь Евгений, огромное спасибо за произведение с столь глубоким смыслом и спасибо за то, что вы пришли. Здравствуйте, Женечка. Здравствуйте. Ну расскажите, как впечатление после выступления на нашем проекте? Впечатление позитивное, но немножко волнуюсь. Скажите, какое место в вашей жизни занимает музыка? Ну, так скажем, я увлекаюсь этим лично для себя. Пою как бы немного, но есть там профессиональный микрофон дома, 5.1 канальная система. То есть, ну, как бы, не так, как здесь, на профессиональном оборудовании, но все же иногда сам для себя пою. Скажите, по вашему мнению, у голоса есть цена? Ну, мне так кажется, у голоса цены нет, на самом деле.